Налоговые органы получили возможность взыскивать неуплаченные платежи по налогам не только с организацией, но и с аффилированных с ними физических лиц. Соответствующие поправки в налоговый кодекс одобрила Госдума, документ подписал президент. По мнению экспертов, это означает, что налоговики смогут взыскивать неуплаченные налоги компании не только со связанных с ней организаций, но и с учредителей или акционеров. Отмечу, что норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году и касалась только юридических лиц. Она была направлена на борьбу с фиктивным банкротством компаний, когда бизнес не прекращался, а создавалось новое юрлицо, куда переводились активы, либо они регистрировались на физическое лицо. Нынешние изменения стали продолжением борьбы с налоговыми правонарушениями. Наверное, стоит говорить об не столько эффективности самой нормы, сколько эффективности ее реализации. Если она будет использоваться выборочно, может быть, как разовая такая мера устрашения, только тогда, когда нужно с избранных каких-то неугодных предпринимателей взыскивать, это будет не очень эффективно. Если это будет делать массово, то, конечно же, предприниматели напугают, и собирательность налогов может повыситься. Другое дело, что идет речь об официальных суммах, которые начислены предприятию. И, на мой взгляд, такие меры могут также стимулировать и уход некой части предпринимателей в тень.